первый позитив, который встречает посетителей в Николаевском зоопарке, это кот Зураб. Знаменитый Зураб, его еще зовут Равшан или Джамшут. Он у нас изучает грузинский язык, понимает геноцвали габарджома, гамарджома. Так. Да. У него есть свой блог на Фейсбуке, у него даже есть свой фан-клуб. Его обязанности – встретить посетителей в Николаевском зоопарке, также сделать селфи. У многих известных людей в Николаеве есть уже селфи с Зурабом. Это и известные депутаты, и также наш директор Николаевского зоопарка Владимир Николаевич Топчий. Когда он у нас вообще приходит в зоопарк, общается с Зурабом. Зураб – это как бы знаменитость в Николаевском зоопарке. Самой большой, конечно, кошкой в Николаевском зоопарке является амурский тигр. У нас 3 тигра, но к тиграм лучше не стоит. Их гладить нельзя, а зураба можно погладить, потрогать. Это контактное животное, можно сказать, зоотерапия для николаевцев, для наших любимых посетителей.